Время – деньги, знает каждый деловой человек. Так сложно в современном ритме жизни найти свободную минуту. Но известные тюменские предприниматели и общественные деятели смогли отложить дела ради благотворительного концерта. Вчера они выступили вместе с артистами на сцене. И это достойно не только аплодисментов, но и уважения. С теми, кто сделал шаг на сцену, познакомился Артур Брутян. Ему слово. В обычной жизни Елена производит паркет, но сегодня она его покоряет в паре с профессиональным танцором Владиславом. Решили принять участие в этом прекрасном концерте, мероприятии. Ну, во-первых, потому что я предприниматель, во-вторых, потому что я люблю танцы, творчество. Ну и благотворительная составляющая, она сыграла, наверное, самую большую роль. Как вам напарница? А Лена большая молодец, потому что сколько мы с ним уже занимаемся, она всегда полностью отдается своему делу. Видно всегда, что она вкладывается полностью и душой, и сознанием. А Владислава Портнягина все знают как успешного финансового консультанта и владельца гостиницы. В бизнесе он более 25 лет, но в таком амплуа его еще никто не видел. Каково быть Джеймсом Бондом? Ну, говорят, что вы он. Ну да, это круто быть им. Как вы вообще согласились подняться так высоко и спуститься очень так вот эффектно? Я не сильно задумывался об этом. Ну и Джеймс Бонд, он же не боится, куда, собственно говоря, пошлют, туда и идет. Профессионалы, мы не профессиональные артисты, мы профессионалы в своем деле, но артисты, вот кто-то сегодня вообще первый раз выйдет, кто-то второй. Вообще-то у нас второй благотворительный концерт. Ровно год назад был концерт, и все средства, собранные от продажи билетов, пошли в детский всероссийский фонд. Все люди, которые в зале, которые купили билет, они все благотворители, потому что каждый поучаствовал в добром деле. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди, да. Дорогою добра.